рассматривать. Передача, удар! Супергол! По-другому не скажешь! Потрясающее исполнение! Что-то шедевральное. Давайте посмотрим вместе этот повтор. Как же эффект! Смирнов пробегает. Гончаров, ну, тут сам бить не будет. Вы перехват. Выход 1-1. 4-0. Принес забитый гол Тюмени. Ой, как красиво, как красиво. Через паузу уложил Залалединова и потом уже спокойно подсек над ним. Ну. Скромило его. Но одну игру дому все равно проиграло. Осада! 2-0! Супер шедевр! Енара Осадова! Енара Осадов обыграл защитника и затем изумительным и неописуемым даже приемом обманул, обхитрил Кирилла Щурка. Ну, я бы сказал, везде. Это Андрей Патрик. Ну, кто бы еще вот так пяткой исполнил? Между ног соперника, и между ног Гулякина и между ног Залалединова пролетает мяч. Что ты идешь? Других вариантов по мне нет, потому что можно сделать только опасный момент. Давайте посмотрим на это. Момент и 1-0! Вот это самая передача. Игроки. Фаулинию момент.